Несмотря на то, что одним из персонажей пьесы является депутат, речь в спектакле идет отнюдь не о политике. Произведение современного драматурга, как следует из названия, в сублимированном виде. Это легкая и веселая пьеса, типичная для итальянского театра комедии положений, в которой действие разворачивается благодаря цепочке случайностей. Депутат Леонесса Васта изо всех сил жаждет добиться любви молодой, красивой, эксцентричной писательницы Паолы. В этом невольно ему помогает сосед, непризнанный гений Пьетро Дегани. Саваста выдает его пьесы за свои и становится знаменитым. Казалось бы, взаимная любовь Паолы обеспечена, но все не так просто. Спектакль о любви, комедия, сублимация любви, наверное, сублимация называется заменой, но я считаю, что любовь ничто заменить не может, никто и ничто. Каскад остроумных шуток и реприз и блистательная игра актеров заставляли зал беспрерывно взрываться смехом и аплодисментами. По мнению самих артистов, такие спектакли как никогда необходимы сегодняшнему зрителю. Нужна комедия с определенным юмором. Ненавязчивая, доступная всем. Этот спектакль, который мы вам привезли, он признан лучшим в прошлом году в России. Мы получили гран-при за него. Объездили уже всю Европу, впереди еще большие гастроли, нам предстоят большие туры. Не скажу, что легкие, но мы их ожидаем, да? Поэтому, конечно же, знаете, комедия светлая, она не нравоучительная. А теперь скажите, Паула, я хочу тебя! Спектакль пронизан репликами, относящимися к современной российской действительности, и каждая из них находила живой отклик у зрителей. Добавляла остроты действу и юмор с перчинкой, который изящно и искрометно демонстрировали исполнители. Не надо руки! Да, руки! За голову руки! За голову! За свою голову! Появление на сцене Марата Башарова неизменно вызывает шквал аплодисментов. Башаров – один из ведущих современных российских актеров. Снимался у известнейших режиссеров, таких как Никита Михалков, Павел Лунгин, Станислав Говорухин. Несмотря на то, что жизнь артиста постоянно на виду, одно из его признаний стало довольно неожиданным. Я счастлив, что имею честь, возможность играть про любовь, во имя любви здесь, на молдавской земле. Тем более, что я здесь на этой земле, можно сказать, вырос с 6 до 12 лет. В Тирасполе, в Слободе. У Марата Башарова широчайший диапазон ролей. При этом он успевает участвовать в многочисленных телепроектах и заниматься спортом. Артист очень любит русские сказки. А какую сказочную роль он мог бы сыграть? Ну, до царя далеко. Рано. А царевич уже поздно. Поэтому, если играть, то, наверное, чудо. Актеры говорили о роли современного театра, о своих кинематографических предпочтениях, а напоследок пожелания российских звезд начинающим актерам, а также всем тем, кто знает и любит их творчество в нашей стране. Фантазии. Имейте возможность фантазировать. Ночью фантазируете, утром просыпаетесь, у вас должно это быть. Всем жителям Молдавии я вот желаю, знаете, таких вот положительных эмоций, которые будут сегодня, я уверен, после нашего спектакля. И, конечно, хорошего здоровья.